Всем привет! Вы смотрите видеоблог Galileo Sky, и с вами я, его ведущий Андрей Нагин. Сегодня мы покажем распаковку нашей новинки терминала Galileo Sky 7.0 версии Lite. Для начала осмотрим коробку. Первое, на что обращаешь внимание, ее небольшой размер. Терминал из новой линейки со встроенными антеннами самый компактный из приборов Galileo Sky, поэтому место он занимает в два раза меньше, чем другие приборы. Если быть точным, то длину коробочки чуть более 10 см. На коробке написано GPS GLONASS Tracking Device. Все надписи на английском, потому что приборы идут также на экспорт. Есть значок EasyLogic. Это значит, что вы можете создавать любые алгоритмы работы терминала самостоятельно при помощи уникальной технологии. Кстати, EasyLogic поддерживается во всех модификациях семерки. Упаковка промаркирована в соответствии с необходимыми требованиями. Также указан сайт компании. Ну что, заглянем внутрь? А вот и сам терминал. Благодаря своим компактным размерам он с легкостью помещается на ладони целиком. За этим компактным размером скрывается мощная аппаратная платформа. На корпусе терминала есть обозначение. На этом терминале версии Lite мы видим 6 аналоговых ходов, 4 выхода, цифровой интерфейс RS-485, CAN интерфейс. В полной версии 7.0 к этому функционалу добавятся 2 интерфейса RS-232, один интерфейс OneWire, SD-карта, 2 джека для подключения микрофона и динамика. Сим-холдер на 2 сим-карты поможет вам экономить на услугах сотовой связи при настройке параметров роуминга. Вместо второй сим-карты можно установить сим-чип. В стандартный комплект также входит предохранитель с держателем, разъем с контактами и комплект проводов. Два провода по 1 метру, один 1,5. Если под конкретный проект вам требуется больше пинов или проводов, то обговорите это с представителем коммерческого отдела при заказе. Безусловно, присутствует паспорт устройства, где указана краткая инструкция по эксплуатации, и свидетельство, где указаны условия гарантии. Всю дополнительную комплектацию необходимо приобретать отдельно. Например, вот эти крепления, для которых в корпусе терминала предназначены специальные отверстия. Итак, мы посмотрели, что входит в комплект Galileo Sky 7. Чтобы узнать, каков он в деле, закажите бесплатный тест терминала. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы полезная информация была всегда под рукой.